Хей, всем здорово, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы продолжаем вместе с вами играть в Rome 2 Total War за Карфаген. Итак, на прошлой серии мы начали вести активную войну со спартанцами, мы уже захватили у них такие города, как Аполлония и Несс, но в городе Несс у нас получилась такая неувязочка, мы его сначала захватили, следом рядом были войска спартанцев, они не дали нам восстановиться, и этот город снова перезахватили на себя. При этом мы потеряли нашего прокачанного полководца и довольно-таки серьезную армию, что ослабило наше влияние в Иллирии. Но сейчас мы уже практически собрали новую армию в Италии, провели уже ее в Великую Грецию, и на следующем ходу уже переправим ее в саму Грецию, где она будет вести свои войны. Поэтому сейчас мы уже начинаем вместе с вами играть. Итак, на прошлом ходу мы уже сделали все, что от нас требовалось. Надо вот этого шпиона будет нам вырезать обязательно. И давайте уже перейдем непосредственно к игре, закончим наш ход. Так, надо распределить наши навыки нашим агентам. Так, Рост-заход. Давайте шанс убить вражеских агентов. Тут мы возьмем насаждение культуры нашему сановнику. И уже непосредственно закончим ход. В планах мы сегодня попробуем, у меня есть такие планы, захватить город Лариса. Смотрите, опять действуют вражеские агенты. Они травят наши войска, отравляют им пищу. Смотрите, бежит уже еще один агент. По всей видимости, это воин, герой. И что он там затеял против нашей армии? Я даже не знаю. Так, они требуют вступить в войну с гетами. А где вообще геты сами находятся? Я не знаю, если честно. И я, наверное, откажусь. Не стану я пока ввязываться в войны, которые мне не выгодны. Так, винеты, право прохода. Ну, давайте дадим им право прохода. Так, диверсия в войсках. Смотрите, отравление пищи. Снова. Тут, посмотрите, они как вытравили наши войска. Мы двигаться не можем особо. Нам только остается вырезать их агентов. Посмотрите, агент 10 уровня. Попробуем его убить. Но я думаю, скорее всего, у нас ничего не получится. Нет, противник ранен. И это меня уже радует. Нам придется, я думаю, скорее всего, воспользоваться еще одной армией. Мы вот тут, смотрите. Так, агент 6 уровень. Окей. Так, что мы возьмем? Давайте отравление пищи. И я думаю, скорее всего, мы вот тут вот сделаем такую вылазку. Перейдем через горный перевал и нападем уже на Ларису. Вот это вот он ожидать от нас не будет. Тут. Так, ты кто такой, чувак? Давайте так, что мы тут построим? Я думаю, построим хозяйственные постройки. Тут город у нас серьезно так укрепленный, вам скажу. 4 уровня город у нас. И куда мы проведем нашу разведку, я вот думаю. В Пелу или в Пульпит Дева. Вот куда? Я думаю, скорее всего, в Пелу. Давайте. Так. Армии серьезной здесь нет у них. Окей. Но у них хорошо прокачан город, и мы его сходу, естественно, не возьмем, поэтому его придется брать в осаду. Так. Готовы к переправке наше войско из Великой Греции в Аполлонию. Давайте перейдем в удвоенный темп, выгрузимся уже. И на следующем ходу уже будем задействовать ее. Так, еще у нас есть флот. Но если мы флот сейчас соберем, у нас порядок уйдет в минус, поэтому мы его трогать пока не будем. Завершим сейчас наш ход. Какие действия сейчас предпримет Спарта, мне интересно. Так, мирный договор, вот что они хотят.
Но мы не будем на него соглашаться. Так, ну я по всей видимости думаю, опять агенты нам пошли в бой. Так, Венеты, оборонительный союз. Нет, не нужен нам оборонительный союз, спасибо. Мы откажемся. Так, подрывная деятельность в войсках. Ничего не делал, харизма минус 20, либо проверим слухи. Ну давайте проверим слухи. Так, смотрите, а тут вот армия появилась. Там появилась спартанская армия. Так, попытка диверсии. Диверсия у них не удалась. Но армию мы эту пока задействовать не можем. Ей надо пополняться. Давайте убьем агента. Так, противника ранен, отлично. Это просто замечательно. И давайте теперь разведочку в Пульпедева посмотрим. Так, ну тут вот есть армия. И они ее набирают. Спартанские гоплиты. Вот так вот. И здесь у них есть армия. Так, очень даже все так неплохо у них укреплено. Хорошая армия, по всей видимости. Давайте возьмем их в осаду. И смотрите, что нам показывает. У вас мало шансов. Посмотрите, сколько у них застрельщиков. Очень много застрельщиков, но у нас есть карфагенская баллиста. У нас есть осадное орудие. Я думаю, мы проведем сейчас эту битву. У нас есть шансы. У них, по сути-то, вот эти застрельщики-то особо ничего не представляются. Никакой угрозы для наших бронированных войск. У нас тут уже новые священные отряды. Сейчас мы проверим их в бою. Пройдут они у нас первое крещение боя. Давайте уже приступим к битве. Так, давайте начнем. И так. Окей. Город мы увидели. Расставим баллисты. Так, конец у нас. Слоники есть даже. Ну, слонов мы пока задействовать не сможем, пока у них будут живы застрельщики. Так. Пехота наша. Куда мы будем заходить на них? Я вот пока не знаю. Скорее всего, будем заходить с двух сторон на них. Так. Пойдем мы отсюда. И пойдем мы отсюда. Да. И я... Так, ну с этой стороны, я не знаю. Думаю, не будем заходить к ним. У нас еще... Есть пехота и копейщики. У нас еще есть пикинеры. Ну, не знаю, можно пикинеров, конечно, отсюда пустить под прикрытием хотя бы двух отрядов застрельщиков. Вот так вот. Да, вот так вот. И давайте приступим к бою. Так, выставим взрывной снаряд. Так, вот они бегут. Давайте. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Вот так вот. Тут мы тоже будем входить в город. Вот так вот. Так. Пикинеры. Оп. И вас сюда же. Так, с всех сторон мы их окружим. Так, я не пойму, что они задумали. Подождите, а что они делают? Да ладно, они делают вылазку? Это серьезно? Посмотрите, что они затеяли. Давайте конницу, конницу надо подтягивать. Надо защитить наши... Наши арты надо защитить. Смотрите, они... Они просто делают на нас вылазку. Они пытаются сейчас выйти на нас. Вот этого я не ожидал. Вот это поворот. А мы все свои силы... Так, перехватываем их. Перехватываем.
Вот это да, посмотрите, они на наших застрельщиков побежали. Вот чего-чего я не ожидал, так именно вот этого. Так, тогда меняем планы, давайте сюда. Чуваки, их надо обходить и окружать. Так, там бегут. Так, защитили мы пока свои арты. Посмотрите, сколько здесь застрельщиков у них. Илоты, прачники. Сюда надо конницу заводить, однозначно. Сюда однозначно нужна конница нам. Давайте, чуваки, обходим их тогда. Обходим. И сюда обходим. Так, 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 так. Давайте, 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 давайте. Обходим, обходим. Живей, живей. Это поворот. Вот это у нас... Так, вот они, куда они убегут. Есть ли у них еще армия в городе? Вот в чем вопрос. Давайте сгруппируемся. Тут, не знаю, стена щитов. Нам надо продержаться до подхода наших сил. Так, тут мы их обходим уже. Так, а там смотрите, у них... Кто у них тут стоит? Царские спартанцы у них есть. У них есть царские спартанцы. Выстраиваемся, выстраиваемся. Так, 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 так. Заходим, заходим, заходим. Как у нас все складывается-то? Сейчас мы их зажмем. Конница. Перехватываем их, перехватываем. Там наши войска несут потери. Кто, кто, кто? Как они жестко их пинают. Держимся, держимся, давайте. Наши ряды дрогнули. Так, слоники, где наши слоники? Надо задействовать слоников. Обходим, 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 живей, живей. Так, кто бежит у нас с поля боя, я не пойму. Давайте на них выдвигаемся. Включаем фалангу. Преследуем, 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 давайте, нет, 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 не туда, подождите. Входим, входим, входим в них. Входим в чуваков этих. Преследуем, преследуем. Отлично. Отлично, у нас пока все получается. Сейчас на подходе уже слоны. Вот войска у нас бегут с поля боя. Вот как у нас все получилось-то. Стандартная тактика здесь не подходит нам. Так, подождите, осторожнее, осторожнее, подождите. Главное, не попадите по нашим слоникам. Мы не можем потерять их. Все, давайте врыв теперь делаем. Но, похоже, да, все складывается в нашу пользу. Так, давайте ужас заюзаем. Напор. Держимся. Давайте, давайте, зажимаем, зажимаем их. Все, спартанцы тоже запаниковали. Все, дожали мы их, отлично. Тяжелая победа.
Так, и потеряли мы священный отряд. Это плохо. Это плохо. Кого-то надо временно нанять тогда сюда. Возьмем тогда поздних карфагенских гоплитов. Так, навыки. Истинный воин. Городок. Так, это мы сносим. Тут мы построим на влияние культуры плюс, так, плюс 6. Скорость исследования плюс 2, плюс 2, так. Плюс 8 порядок, доход от земледелия. Ну, давайте вот храм Баала Хамона построим. Так, тут тогда возведем царские казармы. И закончим наш ход. Давайте теперь посмотрим, чем ответит Спарта. Так, мирный договор, стать протекторатом. Нет, нет. Зачем? Но я удивлен, что они это нам предложили, если честно. Подрывная деятельность. Так, задействованы опять агенты ихние. Причем агентов дофига у них. Так, вот этого самого прокачанного давайте попробуем убить. 39%. Ну, не знаю, покушение провалилось, да. А нам надо как-то выдвинуться еще на Спарту при этом. На ихнюю столицу. Так. Ну давайте попробуем. Так, если мы сейчас перейдем границу, мы испортим отношения с Афинами. Мы испортим отношения с Афинами. Так, поэтому нам надо попробовать, может, право прохода с ними заключить. Но я думаю, вряд ли они на это согласятся. Ну да. Они на это не согласятся. Поэтому попробуем переплыть, я думаю. Вот тут в проливе. Так, и технологии. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас изучить по технологии. Так, а мы изучили для слонов технологию. Ближний бой, защита, боевой дух слонов. Ну а сейчас... Сейчас. Что теперь? Давайте, наверное, что-то из гражданских технологий выберем. Стоимость строительства. Так, не знаю даже. Уже почти такие все ведущие технологии изучили. Длительное строительство в столицах провинций и в малых поселениях. Все регионы. Минус один. Так, ну давайте мы, наверное, возьмем улучшенное строительство. Так, тут мы постройки на снос поставили. Так, вот эти чуваки, а что они задумали? Неужели они пойдут на нас? Возможно. Возможно. Нельзя недооценивать. Давайте закончим ход. Так, нет, нет, нет. Мы отказываемся. Так, а вот и спартанцы. Они выступили. Так, сможем ли мы их затащить? Думаю, да.
Так. Подготовимся. Так, по всей видимости, тут поработали уже их агенты над нашей армией, я вижу. Немножко покусаны наши войска все. Ну ладно, я думаю, это на ход боя не повлияет. Так, включить фалангу. Так, слоников у нас тут нету, кстати. Они бы сейчас пригодились. Ну ладно. Попробуем обойтись без слонов. Подходят свежие силы. Так, подходят к ним силы. Давайте немножко ускоримся, я думаю. Так, а где их силы-то? Или нам начать действовать, я вот думаю. Так, а вот они идут. Пращники, наемные граждане, всадники, гоплиты. Ну, кстати, у нас гоп... Так, а, не статы, хотел сравнить. Царские спартанцы. Ах, они быстро бегут такие. Тын 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 тын. Так, все, давайте замедлимся. Так, они принялись нас обстреливать. Хорошо, становимся. Так, у них что? Не пойму, чем они по нас стреляют. А, мне кажется, нам надо это делать вылазку. Мы не можем иначе так стоять просто. Они просто иначе на нас будут застреливать. Просто нещадно со своим количеством застрельщиков мы проиграем. Поэтому надо действовать. Ну, почему вы на них не идете, чуваки? Догнать, убить. Так, перехватываем. Оп. Отлично. Зайдем в спину. Так, хватаем их. Так, давайте. Застрельщиков перехватываем. Заходим сейчас в спины к ним. Что мы потери несем от их стрелков-то? Серьезно. Так, подождите, стопы. Не ведем огонь. Так, вот по ним, вот по этим палим. Вот они хорошо как стоят тут. Да, отлично. Так, и тут главное не зазеваться. Смотрите, тут копейщики как на нас бегут. Так, стопы назад тоже. Назад. Так, назад. Отходим. Все. Вы здесь хорошо сработали. Отбиваем конницу ихнюю. Ёпта, как они по нам палят-то, больно. Как они палят больно по нам. Активнее стреляем. Входим в ближний бой. Отходим. Дальше, чуваки. Дальше отходим. Все, там со стрелками почти разобрались. Надо теперь связываем боем копейщиков как можно больше, чтобы наша конница могла действовать. Тут пройдем. Так, но они все тупо бегут за нами. Они просто бегут за нами.
Вот сюда заходим. Оп, отлично, они тут открыты. Так, чуваки, как у вас дела? У вас дела? Так, разворачиваем. Сейчас вот тут по ним зайдем. Вот этих перехватываем, чуваков. Вот этих перехватываем. Все. Вроде мы с основными силами стрелков разобрались. Входим, входим, входим. Так, вот сюда давайте. Так, не пойму. Так, назад. Давайте. Наши остались без снаряжения. Так, там тоже разобрались с ними. Давайте, удар, удар. Так, и надо отводить их. Отводим, отводим, отводим. Отводим. Давайте, 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 побыстрее, побыстрее, побыстрее. Так, отлично, давайте теперь попробуем. Так, одерживаем, одерживаем победу потихонечку. Потихонечку мы их щимим. Давайте заходим, заходим в спину. Смотрите, копейки как не отстают от нас они. Они от нас не отстают. Так. Кто у нас бездействует еще? Кто у нас еще бездействует? Вот тут чуваки жесткие у нас. Я вижу. Давайте вот сюда, вот сюда. Надо провести удар по ним. И вырезать, вырезать стрелков. Так, тут мы их задавили. Я вижу, вижу, вижу. Давайте тогда сюда теперь. И удар здесь подготовим. Так, давайте разберитесь с стрелками. Чуваки просто бегают за нами везде. Как собачки. Все, давайте ударяем. Ударяем. Входим. Отлично. И тут входим в них. Просто вырезаем, 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 вырезаем. Отлично, отлично. Давайте вот тех копейщиков тоже преследуем, чтобы они не вернулись ни в коем случае обратно. Так, давайте задействуем нашего военачальника. Я думаю, можно уже. Так, там преследуем. Давайте вот этих отведем. Задействуем сейчас еще где-нибудь. Так, давайте ужас повесим. Так, там... Вот, сейчас мы тут произведем удар. Так, тут уже бегут войска. Окей, окей, все хорошо, все отлично. Все замечательно у нас складывается. Так, все, преследуем, преследуем. Теперь преследуем их. Теперь мы их просто преследуем. Так, кто это? Ага, военачальник. Военачальник их не пока бьется до последнего. Наши ряды дрогнули. Так, 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 а кто? Кто тут вырезают наших? Наши ряды вырезают, давайте их уберем. Вырезаем, вырезаем, чуваки, их. Нужна ударная... Так, херово. Ну, додавите, пожалуйста. Остались только отряды военачальника, которые бьются до последнего. Ну, все, побежали они тоже. Все, да. Тут мы их преследуем просто. Так, смотрите, там кто-то готов вернуться, мне кажется, да.
Все, наша победа. Героическая победа. Но мы справились. Так, и смотрите, опять агенты поперли. Как они меня бесят. Там новое войско появилось спартанцев. Вон, я вижу, в пиле. Засели они. Диверсия, диверсия, подрывная деятельность. Ну, все как всегда. Давайте его попробуем убрать с нашего пути. Так, противник ранен, да? А тут мы двигаться не можем. Вот так вот. Давайте тогда хотя бы этих добьем. Не дадим им уйти. Нарушили мы, правда, границы. Это плохо. Это плохо. Так, как же нам добраться до Спарты-то? Всех агентов они, то есть все армии наши, они, к сожалению, замедлить не могут. А тут сколько их? Ого! Чуваки, нифига себе, вы сюда приперлись-то. Чего тут забыли у нас? Яд. Противник ранен. Хорошо. Так, на Пульпидеву мы выступить не можем. Тут у них армия есть. Так, знаете, я немножко поступил неправильно. Надо тут все-таки оставить нашу армию рядом с Ларисой. Так, по строительству давайте теперь, по строительству. Так, ну тут все строится. Постройки мы не снесли, там чем что-то агенты нагадили. Снести их не получилось. Бежит очередной агентишка. Так, договор о ненападении. Нет. Нет. Опять подрывная деятельность. Да, вы задолбали. Вы задолбали меня. Так, ну зато тут мы можем продвигаться вперед. Вот так вот. А в Спарте-то особо и войск нету. Серьезных. Мы ее легко захватим. Вот и все. Да, тут всякая фигня у них построена. Но тут какой-то чувак потерялся у них. Так, агента. Агента давайте вырежем. Кого-нибудь надо вырезать нам обязательно. 73% шанс успеха. Давайте, нет. А, подождите, мы переметнули вражеского агента? Да ладно. Да ладно. Какого он уровня? 9, да? Вот это хорошо. Это замечательно. Это замечательно. Так, а куда тут ушло войско, я не пойму. О, посмотрите. Ё-моё. Вот это да. Вот это промашка у нас. В Аполлонию они двинулись. Нам нужно туда срочно армию отправлять. Срочно туда надо отправлять армию. Так.
Так, отлично. В город мы не можем добраться, не можем, да. Печально. Так, давайте еще раз разведаем тут обстановку. Ну, блин, туда не хочу я туда пока суваться, если честно. Давайте на Пелу. Пелу возьмем в осаду. Нам надо вынудить их вернуться обратно. Опа-на. Так, постройки. Башню возьмем. Что мы еще? Таран. Не знаю, что это такое. Это черепаха какая-то. Обладает сокрушительной мощью тарана и при этом защищает отряд. Однако медленно и не маневренная. Нет, туда не надо. Давайте возьмем туда еще легкую осадную башню. Или, в принципе, нам двух хватит и таран. Да, хватит. Тем более, держать три хода как-то очень долго. Продолжим осаду. Все, теперь мы должны вынудить их вернуться обратно, я думаю. Так, а теперь давайте... Давайте пройдемся по строительству. Мы давно ничего уже не строили в наших старых городах. Они у нас остались очень слабо развитые. У нас уже очень много денег собралось при этом. Давайте посмотрим. И построим что-нибудь. Царские казармы можем возвести. Блин, столько всего строить, я даже не знаю, с чего начать. Что нам нужнее, скажем так. Смотрите, плюс 8. Плюс 12% скорости исследования. Давайте построим. Порядок. Ну, порядок у нас, посмотрите, у нас порядок плюс 30 тут. Ну, тут у нас еще эдикт. Давайте его здесь отменим. Здесь мы эдикт отменим. Здесь у нас эдикта нету. А где у нас еще эдикт? Где у нас эдикты висят? Так, где у нас эдикты? Ага, тут эдикты. Давайте тоже отменим. Мы сейчас их, наверное, возьмем. Таких менее... Там, где у нас порядок пониже. Хотя у нас везде порядок высокий-то. Я даже не знаю, где взять что-либо. Давайте тут тогда. Плюс 14 к порядку, офигеть. Ну, а теперь по строительству, давайте пройдемся. Так, третий уровень, да? А что нам дает? Блин, я не знаю, с чем. Давайте, наверное, построим. Прокачаем везде порт. Тут прокачаем порт. Так, тут прокачаем. Так, тут прокачан порт. Так, тут прокачаем порт. А тут третьего уровня порты у нас. Давайте тогда сначала прокачаем там, где они у нас второго уровня. У нас много где они остались второго уровня. Куда-то сольем наши бабки. Вон тут, посмотрите, вообще ничего не прокачано. Давайте тут прокачаем. Так, окей. Да еще что. Так, тут прокачаем. Тут мы не можем прокачать. Тут мы можем прокачать. Так, окей. Порт мы прокачали. Что теперь, города, что ли? Ну, давайте, давайте. Главное нам сильно не уйти по идее в минус еще. Вот это надо учесть. Вот это надо учесть. Так, много где, кстати, качать. Нам надо даже... Мы сейчас, походу, все бабло свое сольем тут. Мы сейчас сольем все свои бабки. 28 тысяч осталось у нас. Вот так вот. Так, тут. Тут прокачан, да? Тут. Нормально. Не знаю, давайте здесь тогда возьмем. Центральные города возьмем в первую очередь. Оп. И оп, все, нет у нас бабок.
5000 у нас осталось. Вот так вот. Давайте закончим ход. Так. Прокачаем армию. Боевой дух всех отрядов. Что-нибудь пополезнее. Пополезнее что-нибудь отдака. Бой с варварами. С варварами. Блин, нет, 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 нет. Стоимость содержания наемников тоже нет. Блин, что взять такого полезного? Так, при наборе доход от торговли. Так, а ближнем бою всей конец. Ну, давайте хотя бы это. И закончим ход. Посмотрим, что сейчас будет делать Спарта. Вернется ли она на защиту Пелы? Не вижу, не вижу, что они там делают. Что они там делают? Блин. Ну, почему так повернулся экран? Ну, как всегда, диверсия в войсках, диверсия в войсках. Ой-ой-ой. Слушайте, меня эти агенты бесят, реально. Смотрите, они как нам скромсали всю армию. Мне придется отступить. Мне придется отступить, реально. Так, куда эта армия делась, я не пойму. Они просто не дают нашим армиям просто хода не дают. Вот такая вот серия у нас получилась. Мы ведем войну со спартанцами, еще раз повторюсь. Их агенты просто выжирают наши войска. Мы занимаемся тем, что мы пополняем наши отряды. Ну а сегодня с вами, как всегда, был Брайан. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики, посвященные прохождению за Карфаген. Ставьте лайки, обязательно пишите ваши комментарии, пишите ваше мнение по поводу прохождения данной кампании и ваши пожелания на будущее. Всем спасибо и удачи, увидимся уже с вами буквально в следующем ролике.